Да здравствует 1 мая! День международной солидарности трудящихся! Ура! Ура! Омская солнечная погода и первомайские праздники подняли настроение более чем у 5000 коммунистов и сочувствующих КПРФ на центральной площади у законодательного собрания. В 10:30 утра колонна с красными флагами и яркими лозунгами в сопровождении духового оркестра прошествовала через центр города к площади имени Владимира Ильича Ленина. Во главе колонны, за коммунистическими стягами, молодежь несла большое красное полотнище. Традиционно на Ленинской горке состоялся торжественный митинг, посвященный 109-й годовщине Дня международной солидарности трудящихся. Митинг открыл первый секретарь обкома КПРФ Александр Кравец. Дорогие друзья, и снова 1 мая собрал нас под свои знамена, под красные знамена. Который отметил, что за 20 лет нынешней власти мы утратили свою родину. В декабре предстоят федеральные выборы, и есть возможность, чтобы появилось новое в нашей жизни и сердце нашей родины. Да здравствует красное знамя борьбы! Ура! 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 На митинге выступили предприниматель Евгений Федин, студентка Настя Дизер, ветеран труда Тамара Калмакова, полковник запаса Николай Дроздов, журналист «Омского времени» Олег Кузнецов и другие известные лица Омска. От представителей села слово взяла депутат Омского районного совета Татьяна Лукина. Кстати, вместе с ней в праздничном шествии приняли участие пионеры Пушкинского пионерского отряда имени Героя социалистического труда ЭНСА. На митинге состоялось вручение партийных билетов омичам, вновь принятым в ряды КПРФ. Спасибо. Секретарь Омского обкома КПРФ Николай Милосердов зачитал резолюцию, где констатировалось, что необходимо остановить необоснованный рост тарифов ЖКХ, восстановить ветеранам труда, другим льготным категориям граждан бесплатные поездки в общественном транспорте и другие требования народа. После окончания торжественной части состоялся праздничный концерт ансамбля «Орфей». Народ на Ленинской горке не только слушал молодых артистов с песнями давних лет, но и танцевал на площади. Мероприятия, посвященные празднованию 1 мая, также прошли во всех райцентрах Омской области.